В окрестностях Тирасполя прошли соревнования по практической стрельбе, организованные Государственным таможенным комитетом. В них приняли участие более 30 спортсменов из Молдовы и Приднестровья. О самых метких и не только расскажет наш спортивный обозреватель Оксана Шахова. Соревнования по практической стрельбе из карабина и пистолета стали проверкой спортивных навыков владения огнестрельным оружием. Каждому из участников необходимо было показать мастерство в трех упражнениях. Сумма очков складывалась на основании максимально точного поражения мишеней за минимальное время. Предпочтение стрелки отдают каждый по